Материнская плата MSI H310M поддерживает актуальные процессоры Intel 9-го поколения. Устройство поставляется в ритейл-упаковке с краткой инструкцией, парой SATA кабелей и диском с драйвером в комплекте. Системная плата MSI в исполнении ProVDH Plus выполнена в уменьшенном форм-факторе Micro ATX, чьи габариты составляют 24 на 24 сантиметра. Плата построена на базе логики Intel H310 и оснащена процессорным гнездом LGA1151. Поддерживаются процессоры Intel вплоть до 9-го поколения. Как и многие платы стандарта Micro ATX, MSI H310M оснащена одним длинным портом PCI-Express 3-й версии и двумя короткими PCI 2-й версии, а также парой слотов под оперативную память DDR4 с поддержкой частот до 2600 МГц. Возможность подключения накопителей ограничена 4 SATA портами. Накопители NVMe можно будет доустановить через внешние контроллеры. Организация подсистемы питания позволяет развернуть на базе MSI H310M не только доступные офисные машины, но и производительные решения среднего класса. Поддерживается базовый набор утилит MSI и классическая система охлаждения. Оснащение интерфейсной стороны платы включает комбинированный порт PS пополам, 4 порта USB 2 версии, пару высокоскоростных USB, 3 варианта разъемов подключения к встроенной графике от Intel, плюс гигабитный сетевой порт и аналоговые выходы 8-канальной аудиосистемы Audio Boost.